Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І наразі ми говоримо про податок на квартири. Його змінено. Коли і скільки доведеться платити українцям, власне, нам сьогодні розповість адвокат Олександр Носик. Вітаю вас, Олександре. Добрий день. Ну що ж, в Україні скасували податок на квартири до якого року? Добрый день. Сегодня, да, такая новость произошла, что внесли изменения в марте в налоговый кодекс в связи с вторжением военным России. И в целом изменили то есть все физлица и все юрлица должны платить налоги при определенных правилах на всю недвижимость, как коммерческую, так и некоммерческую. Но внесли исключение, по которому на определенных территориях, где велись или ведутся военные действия, либо где жилье, оно уже для жизни не подходит, в таких территориях налог на недвижимость платить не нужно. Вот. И это касается для жилой недвижимости и физлиц. Туда попадают отчетные периоды 2021 года и 2022 года. Вот. Даже если военное положение закончится, то налог на такую недвижимость платить уже не нужно, поскольку закон все равно будет иметь силу. Я правильно розумію? Тобто у нас є на це 2 роки. Ну, у нас людей, які мають на це право. Ну, тут стоит отметить, что это касается лишь там тех территорий, которые я обозначил ранее. Ну да, есть на это 2 года. Скажіть, будь ласка, что это за закон? Это закон, принятый в марте, который вносил изменения в налоговый кодекс, которые обусловлены военным положением, вот, военными действиями. Вот, то есть мы живем по новым правилам, и закон логичный, поскольку если человек там, с того же Харькова, либо от оккупированной территории уехал, которая по закону де юре еще на ней действуют законы Украины, там сделки происходят, налогообложения и так далее по законам Украины, но нет доступа к этому жилью, к этой недвижимости и нет возможности ее использовать, то есть и налоги с нее платить, соответственно, логично, что нельзя. Поэтому там налоги не применяются. Вот. И эти логичные изменения нашли свое отражение в налоговом кодексе. Вот. Тут я кратко отойду и расскажу, как все работает. То есть законом и до этого было установлено налоговым кодексом, что в случае жилой недвижимости, которая принадлежит физическому лицу, не налогооблагается квартира до 60 квадратов. То есть, если у меня квартира 60 квадратов, я не плачу с квадратного метра дополнительный налог, который исчисляется помесячно. Если это дом, то площадь жилого дома, если она не превышает 120 квадратов, я не плачу такой налог. Вот. Но если квартира превышает 60 квадратов или дом превышает жилая площадь которого 120 квадратных метров, налог платится. Вот. Как исчисляется этот налог, тоже всем, наверное, будет интересно, поскольку калькуляция она в разных нормативных актах, и человеку без там, юридически сильно разбирающемуся в нормативных актах сложно высчитать это для себя. Я расскажу проще. В законе четко сказано, что каждый лишний квадратный метр, условно, у меня квартира 60 квадратов. Вернее, для примера, скажем, 160 квадратов. То есть площадь превышает допустимую, там, с которой не платится, которая освобождена от налога, на 100 квадратов. С каждого квадратного метра я должен оплатить налог. Вот. Как этот налог исчислять? Так вот, в законе сказано, что налог не должен превышать 1,5% от минимальной заработной платы, которая тоже меняется. На сегодняшний день эта минимальная заработная плата составляет 6500 гривен. Вот, получается, не должен превышать налог 97 гривен. То есть, грубо говоря, возьмем 100. Вот. Каждый городской совет города, либо там поселковый совет устанавливает свой процент этого налога. Вот, условно возьмем, что это там налог там 97 гривен, 100 по максимуму возьмем, многие используют максимально. Иногда там меньше на 0,5%, больше, то есть 100 гривен, 80 или 70. То есть с этих 160 квадратов 60 у меня освобождены, а остальные 100 квадратов я должен буду оплатить по там 100 гривен. Это будет там 10 тысяч гривен. Налог придет на эту квартиру в 160 квадратов. Соответственно, и дом. Если он на определенную квадратуру больше, чем 120, то с каждого этого квадрат придется заплатить налог установленный. Там, условно, 1,5% от минимальной заработной платы возьмем 100 гривен. Может быть и 80. Это может уменьшить местный совет. Вот. Возьмем там Харьковскую область, там велись активные боевые действия. Вот. Люди, у которых там осталась либо коммерческая, либо жилая недвижимость, которая подлежит данному налогу, они освобождены на 2021 и 2022 год отчетные. То есть мы платим в этом году за прошлый, в следующем за этот. Вот. Следовательно, вот так. Для юридических лиц, у которых в собственности данная недвижимость, там некоторые другие правила. Вот они освобождаются с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года. В принципе, вот я думаю, что я тут саму калькуляцию даже рассказал, чтобы людям было понятно, о чем речь. Ви сказали, що місцева влада може встановлювати свою ставку, тобто свій відсоток, чи є якийсь граничний відсоток? Це ж не може бути 100%, наприклад, або може? Ну, як я сказав, в самому законі місцеві совєти, які встановлюють, їх ограничили в налогі на недвижимость. Вона не може перевищати 1,5% за квадрат от минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата условно на сегодня 6500 гривен. Да, она там немножко увеличивается, может быть там 6700, 6800, периодически она увеличивается. Вот, поэтому там местный совет не может делать больше, чем установлено законом, не больше, чем 1,5%. Вот на примере Днепра я скажу, что у нас для коммерческой недвижимости всей, то есть это та, которая не для жизни, это магазины, это там, торговые центры и так далее. Установлена ставка 1,5%. Вот. Но для жилья даже на 0,5% сделали меньше для жизни. Это процент, не 1,5%. То есть закон устанавливает 1,5%. У нас городским советом подписано, что для коммерческой недвижимости 1,5%, для жилья, там, личного пользования, дома, либо квартиры установлен 1% от минимальной заработной платы. 1% от 6500, сколько сегодня является минималка, это 65 гривен квадрат. То есть за каждый лишний квадрат в Днепре по сегодняшним правилам 65 гривен нужно оплачивать. Ну, але ж, в принципі, наразі ці зміни – це тимчасове скасування податку, Дніпра не стосується. Ми не входимо в перелік областей, де велися активні бойові дії або ведуться. Ну, вірно? Совершенно верно. У нас устанавливает Кабинет министров временно оккупированные территории. Вот, фактически вы сами можете определить по новостям, какие территории временно оккупированы, там, где ведутся боевые действия. Также интересное очень есть исключение из этого правила, что также не приходится платить налог там, где уже это нельзя использовать, это помещение, или оно уже для жизни непригодно. То есть, грубо говоря, тут Можно истолковывать это уже судебной практикой, либо там, соответственно, экспертизой. Подходит для жизни, не подходит. А какой пример? Часто вот ракеты летают. Возможно, какая-то из них попала даже в область, там, где не ведуться бойові дії. В нашій області, зокрема, повідомляли про те, що з градів все ж Желендольська громада була обстріляна, і є випадки повного руйнування будинків. От їм треба доводити, якісь документи збирати, шукати адвоката, або якщо там був, наприклад, величезний будинок, більше 60 квадратів. Вот тут интересно, практики еще самой нет. Естественно, если сам дом поврежден, тут никаких вопросов не возникает, естественно, платить ничего не нужно. Но если сам дом остался цельным, но, к примеру, были повреждены какие-то системы водоснабжения, коммунальные, либо там электричества нет, то тут спорный вопрос, и, по моему мнению, то это уже подпадает в категорию, что там нельзя жить на данный момент. Соответственно, нужно определенную экспертизу сделать, и я думаю, мы попадем в эту категорию, чтобы тоже не платить данный налог. То есть люди об этом должны быть в курсе и пользоваться своими правами. Пане Олександре, як загалом, на вашу думку, вплинула повномасштабна війна на взагалі податки на нерухомість та й в цілому податки в Україні? Чи правильна політика ведеться, власне, от наразі? Адже реально багато скасовано податків. Тут стоит посмотреть шире, что в любом случае, если вот наша тема касается недвижимости и налогов, то это очень логично и правильно, что освобождают от налогов ту недвижимость, которая не человек, либо если это касается там жилой недвижимости, он не может там проживать, тогда ему и не за что платить, это правильно. Если это коммерческая недвижимость, естественно, там, где проходят там боевые действия, либо оккупированные территории, либо ракеты, он уже не может получать с нее собственник каких-то денег, потому что, скорее всего, арендатор, он либо выбил себе максимальную возможную скидку, либо налоговые, либо какие-то каникулы, либо, собственно, взял, уехал, основаясь на форс-мажоре. Вот. По этим территориям это, безусловно, правильно. У нас остается еще целый пакет недвижимости, как жилой, так и, наверное, в большей степени коммерческой, в других городах, где ее арендаторами выступали IT-специалисты, другой бизнес, который с этим временем уже не может там приносить прибыли, он тоже посъезжал, но налог все-таки будет приходить туда. Вот. Который как бы будет исчисляться, потому что они находятся в городах, где активных боевых действий не ведется. Да, вот это может быть проблема. Ну и то есть одна проблема тянет за собой другую, и мы там живем с вами в непростое экономическое время, где там многие фиксируют убытки. Ну, одночасно через скасування, тимчасове скасування, призупинення цих податків державний бюджет недоотримає певну кількість коштів. 100%, да. И стоит отметить, что там уже не в рамках этой темы, в рамках там других налоговых реформ тоже принят ряд преференций, такие как 2% от оборота дали возможность работать. То есть раньше такого не было, и действительно это самый низкий там и минимальный налог, которые там существуют, я думаю, в Европе точно. То есть раньше был 5% от оборота платили частные предприниматели, сейчас им разрешили перейти на ставку даже 2% от оборота. Это по сути как комиссия банка какого-то зарубежного, если отправлять. Зрозуміло. Я вам дуже дякую, що до нас сьогодні завітали, розклали таку тему по поличках, хоча вона непроста, податки, нерухомість. В наших гостях сьогодні був адвокат Олександр Носик, говорили про податок на квартири, його змінено, власне, поговорили про те, скільки українцям доведеться платити і коли. Також хочу нагадати вам, що Відкритий телеканал до вас відкритий максимально. Ми чекаємо ваших пропозицій, ваших тем, ваших героїв. Їх зараз дуже багато. Волонтерські організації, герої, які захищають, також наразі багато. Так, потрібно висвітлювати такі теми, там, фінансові, юридичні, бо все постійно змінюється. Тож, будь ласка, те, що вас цікавить, наразі ви на екрані побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Пишіть нам, дзвоніть, пропонуйте, ми все побачимо. Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що були з нами.